Всем привет! Продолжаем отвечать на вопросы подписчиков. Стас из Москвы пишет следующее. В результате чтения классической литературы у меня практически полностью атрофировалась мускулатура. Что мне делать, чтобы вернуть прежнюю физическую форму? Ведь когда-то я был прикачанным парнем. Стас, современные ученые разработали следующую технологию. Она называется перепросмотр. Она очень проста. Во время подъемов гантели, гири или штанги нужно произносить имя и фамилию того писателя, которого вы читали. И постепенно нейронные связи и клетки мозга будут обновляться, и вы совершенно забудете, что вы читали, как звали писателя. И постепенно у вас пройдет вот эта сама пагубная привычка читать книги. И посмотрите, я сейчас на камеру буквально покажу, как это работает. Это эффективнейшее средство, вы все увидите сами, Стас. Александр Пушкин, Федор Достоевский, Лев Толстой, Сергей Есенин. Так, что-то... А? Все... Чего? Какое? Какое? Чё? Стас, ну вы видите, вот буквально за несколько секунд всех писателей забыл, чё, так сказать, чё читал, забыл. И мышцы, как вы видите, в общем-то неплохо растут, да? И никакой литературы, я вот прям чувствую, что... Уже читать лично я никогда не буду. Удачи вам, пользуйтесь этим методом, Стас, и все вернется. Мышцы однажды вернутся домой.